Миссис Кэпвелл, а почему вы не вернулись в Санта-Барбару вместе с миссис Софией Кэпвелл? У нас с Банни еще были дела. В половине девятого горничная услышала выстрел. Где вы были в это время? Я была в холле, ожидала такси в аэропорт. Вас кто-нибудь видел? Нет, учитывая обстоятельства, я старалась держаться в тени. Ясно. Ну что ж, больше нет вопросов, Ваша честь. У меня есть вопросы, миссис Кэпвелл. Кто-нибудь может подтвердить, что ваша встреча с мистером Тоннеллом соответствует вашему описанию? Нет, Ваша честь. Как ваши отпечатки появились на орудии убийства? Не знаю, Ваша честь. А что вы можете сказать о свидетеле, который видел, что вы выбежали из номера после того, как прозвучал выстрел? Ваша честь, если бы вы знали, на что способен этот человек, вы бы ничему не удивились. Мейсон, могу я выступить на стороне защиты? Я Мейсон Кэпвелл.